Традиционно в канун Нового года на дорогах Читы появляется праздничный патруль. Инспекторы ГИБДД, полицейский Дед Мороз и ведущий авторадио Чита поздравляют всех водителей с наступающими праздниками и не забывают дарить памятные подарки. Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Забайкальского края поздравляет вас с наступающими праздниками, желает вам счастья, здоровья, берегите себя. Самое главное, соблюдайте требования правил дорожного движения и безопасных вам дорог. Всегда приятно создать новогоднее настроение и напомнить водителям о безопасности на скользких читинских дорогах. Автолюбители, кстати, тоже не остались в стороне и в свою очередь спешат поздравить своих коллег с наступающими зимними праздниками. Дорогие автолюбители, поздравляю вас с новым, с наступающим Новым годом. Желаем счастья и безопасных дорог. Пусть дорога будет всегда хорошая, без происшествий и всего самого лучшего в Новом году. Как можно меньше происшествий, чтобы все ваши поездки были всегда от одной точки до другой точки без происшествий. Желаю всего самого наихорошего в наступающем году. И новый наступающий год, он будет лучше, чем старый. Не только водители попали сегодня под взмах жезла инспектора ГИБДД. На читинских дорогах уже вовсю разъезжают сказочные новогодние персонажи. Вот и праздничному патрулю попался один из них. Эти кадры можно смело назвать уникальными, ведь на них целых два Деда Мороза поздравляют друг друга с наступающим Новым годом. От лица всех Дедов Морозов прошу вас соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнями безопасности, не нарушать. Ребята, будьте взаимовежливы на дороге. Не забыли о поздравлениях и наши радиоведущие авторадио Чита. Почаще оставайтесь на волнах любимой станции и будьте в курсе дорожной обстановки в городе каждый день. От лица авторадио и от себя лично хотел бы поздравить всех автолюбителей с наступающими новогодними праздниками, с Новым годом, Рождеством, пожелать всем счастья, удачи, терпения, может быть, где-то хорошего настроения всегда, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны, будьте аккуратны, ну и всегда слушайте авторадио. Всех с Новым годом! Устроить праздник на дорогах Читы помогли генеральные партнеры сеть салонов «Королевство цветов», компания по подбору автомобилей «Лайк-Авто» и натуральные полуфабрикаты ИП «Харитонов». Организаторы поздравляют всех забайкальцев с наступающим новым 2023 годом и желают всем автолюбителям ровных и безопасных дорог.